Всем привет! Совсем скоро состоится второй матч в 1/4 плей-оффа 13-го сезона первой серии между коллективами СВБ и Сапфира. И сегодня мы берем интервью у капитана команды Сибириан Валенки Блэк. Привет, Фервиан! Давай начнем с того, что расскажешь нам о том, как для вас прошла первая игра в этом плей-оффе и, в принципе, твой комментарий по поводу состоявшегося матча. Да, игра была несложной, как и предполагалось. Ничего там сверхъестественного не было мне. Противники просто были слабее. Ваш следующий соперник — это ребят с коллектива Сапфира, которые обыграли в предыдущем матче ребят из Тесларк. Как ты думаешь, как вам будет против них играться и подготавливались ли вы к ним как-то? Ну, конечно, подготавливались. Ну, соперник хороший, будет тяжелее, чем с турками. Хорошо, скажи нам, будет ли сегодня что-то интересное в этом матче? Ну, как бы да. Говорить смысла в этом нет. Подготовились, конечно. Мы же хотим выиграть. Ну и напоследок, чего бы ты хотел пожелать своим соперникам? Хорошая игра, чтобы было все, чтобы интересно была игра. Спасибо, Фервиан, за то, что выделил на минутку и ответил на вопросы. Ну а вы не забывайте подписываться на наши социальные сети и получать информацию о всех дивизионах. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч.